Субботняя прямая линия – действенный способ вырашения хвалючих пытаний. 8 вересня до старшини Гомельского облвыканкама Владимира Дворника со своими проблемами звернулись мазыране. Жыхары новобудовли по бульвары юнацтва поскардились на затекание балконов. Еще одна проблемная ситуация – хвалючее мясовое насельство, отсутствие осветления на улице Рыжкова. Наши мазырские коллеги потекавились, как изменилась ситуация после звороту. 167-й дом по бульвару юнацтва у Мазыры сдали у мая минулого года. Новосельцы начали обживать новое жилье. Панельные коробки стали перетвораться в утульные квартиры. Але радость жихаров дома озмрочили первые дожди. На балконах заставались соправдные лужины. Своими проблемами новосельцы поделились со старшиней товариства уласников. С заселением жильцы мои столкнулись с такой проблемой, как затекание осадков извне. Они обратились ко мне с вопросами, жалобами, что нужно что-то делать. Я, в свою очередь, обращалась к застройщику ДСК Мозырского района и заказчику УКС Мозырского района. После обследования кватер будовники вынесли вердикт. Вода на подлозе – это конденсат. Протекающие балконы – выник неправильной эксплуатации жилья. Але дождливое надворье показало, что проблема не вырашается регулярным проветриванием. Жыхары дома звернулись на горячую линию с уделом старшини облвыканкама Владимира Дворника. У вынику на проблемных балконах переустанавливали оконные рамы, провели герметизацию стыков стеновых панелей. После обращения собственника с моего дома на горячую линию к губернатору вопрос решился. Во всяком случае, в понедельник жалоба была снята. Жильцы довольны, потому что у них есть уже возможность сделать далее ремонт в квартире, в том числе и на балконе. Еще один зворот от мазыран, что поступил на горячую линию отсутность уличного осветления. Шматповерховки по улице Рыжкова – первые дома, побудованные удалечены от обжитых микрорайонов. По соседству – вёска, зеленые яры и шумная дорога. Эти дома стали першопроходцами. Бо вёска Бобры, хоть и давно увайшла у межи города, долгий час заставалася паза увагой будовников. Зараз тут многое изменилось. З'явилася дорога, дитячая пляцовка, стоянка для машин. Вот только с заходом солнца район погружался в темру. Ни один с большим 20 ліхтароў не горел. До того часу, покуль об проблеме не стало ведомо областным уладам, которые доручили ее решение мясцовой вертикали. В данном случае эта проблема затянулась с передачей баланса держателю инженерных сетей по дому. Практически вот недавно эти объекты уличного освещения принял режим колхоз и восстановлено освещение. Работа со зворотами громадян – приоритетный напрямок у работе Мазырской районной администрации. Гэтай теме было присвечено и апошнее поседжанне райвыканкама. Усяго у першым паўгоддзі поступило больше, як 340 зворотов. У параўнанні с аналогичным летошним перыядам их колькасць скоротилася. Однак при гэтым выросла колькасць скаргаў по пытаннях архитектуры и будаўніцтва, добраўпарадкавання, жыллёва-камунальнай гаспадаркі и землекарыстання. Телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель».